МВД и прокуратура начали проверку после появления ролика, авторы которого устроили казнь внедорожнику премиум-класса. Причем сделали это в изощренной и опасной форме. Культовый автомобиль сбросили с вертолета. Александр Бузаладзе нашел хозяина машины и узнал, зачем он это сделал. Теперь поднимаем гелик! В это трудно поверить, но все это выглядит как правда. Мощный транспортный Ми-8 уносит в карельское небо внедорожник за 16 миллионов. С 300-метровой высоты торжество немецкого автопрома летело по инерции, но камнем. Со всей дури грохнулось о землю и превратилось в лепешку. Опа! Ну и вот он. Машина вдребезги, вот и весь ролик блогера Игоря Мороза. Весело и без сожалений. Но чтобы докопаться до истины, если она есть в этой истории, вызвали Игоря, и он назначил встречу. Так, ну что, опаздывают наши герои. Сначала заявляли, что приедут на такси, теперь позвонили, сказали, опаздывают, идут пешком. Это очень похоже на наших русских блогеров. Сначала они разбивают автомобиль, потом идут пешком. Впрочем, он все же приехал на другой машине. Привет, привет. На Майбахе уже, да? На Майбахе, а зачем? Это такси, на такси. А, это такси. Игорь быстро рассказал, что он опытный пранкер и инстаграмер. Он юрист по образованию, приехал из Ростова покорять Москву. Твой гелик мог угробить людей, когда летел и упал. Но гелик не мог угробить людей, потому что все было просчитано. Мы посмотрели видео внимательно. Машина, это очевидно, падает в 30-50 метрах от строений, в которых находились люди. И что интересно, летчики, владельцы вертолета, согласились на эту авантюру. На видео, как доказательство, почти 3-тонный джип, обреченный стать металлоломом, набрал скорость вертолета и чудом не врезался в дома. Все было по нормативам, безопасность полетов тоже соблюдали. Соответствующим образом, этот данный заказ совместили со своими работами, которые мы проводим постоянно. Это работа с внешней подвеской, расцепка груза. Мы за эту задачу взялись, и, собственно говоря, результат все видели в интернете. Мы привлекли эксперта и выяснили, что в клипе снимали одну машину, а с вертолета сбросили совсем другую. Моя личная версия такова, что был автомобиль, на котором он приехал. И он, правда, 63-й, и, правда, с ним все в порядке. Дальше с вертолета, скорее всего, упал кузов Г-класса, но, скорее всего, он был либо без мотора, пустой, либо он был очень древний. Как бы то ни было, беды удалось избежать чудом. По факту размещения в сети интернет видеоматериалов проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В следующий раз блогер пообещал сбросить с самолета Rolls-Royce Cullinan, если после проверки прокуратуры у него еще останется желание это сделать. Александр Бузаладзе, Андрей Шнер, Александр Агашин, Дмитрий Хрусталев и Юлия Гаврилецкая. Вести. Завтра в 20.